Следующий вид пустых разговоров, разрушающих жизнь, пустого общения, звуки – это фильмы, новости, которые очень привлекательны, но они не дают духовного знания. Они развлекательную природу имеют. Там нет ни нравственности, ни чистоты, ни возвышенности. Это то, что разрушает. Надо быть очень осторожным, смотря такие фильмы. Особенно, если в них присутствуют духи, привидения. Те, кто восстали из смерти. Там полуживые, полумертвые всякие. Кикиморы. Одухотворились. Не надо смотреть эту всю чушь. Все эти... как битвы миров, сознание разрушает человека. Это очень притягивает, это интересно смотреть, потому что духи же присутствуют в нашей жизни. Это форма жизни, дух. Духи – это форма жизни. Причем они присутствуют. Да, то есть, да, он поддержит любовь, он помогает нам думать друг о друге. Вот, допустим, я думаю о человеке, и он думает обо мне. Он обо мне не думает, а я о нем думаю. Кто мне помогает думать? Какая сила же должна быть? Связанное с духами. Дух любви начинает атаковать одного из тех, кто любил. Между людьми есть любовь, и там живет этот дух любви. Когда... Вот поднимите руку, кто сейчас вот чувствует, что вы кого-то любите, а он непонятно как. Вы с человеком встречаетесь, видите, он вас не любит. Когда вы уходите от него, вы чувствуете, что он вас любит, что он о вас думает. И прямо вы ясно это чувствуете в отношениях. А потом один человек отвалился от отношений, а дух любви остался, и он вас мучает. Так можно с ума сойти. Да, 100% это страшная вещь. Надо уходить из этих отношений, можно с ума сойти. Бред может начаться. А? Духа не надо прогонять. Самое лучшее думать о Боге. Когда человек о Боге думает, то все духи разлетаются. Бог это свет, духи это светлячки. Когда солнце начинается, вот сейчас вот вы приехали на фестиваль, меньше думается о человеке, меньше. Вот это признак, помещайте себя в духовную атмосферу. Больше духовной атмосферы, меньше духов. Понятно? Очень простой принцип, помещайте себя в духовную. Это неправильное общение просто, это то, что разрушает жизнь. Уходите из этого неправильного общения. Неправильное общение – это самая большая сила, разрушающая жизнь.